И всем доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня у нас с вами Runway. Runway — это встроенный редактор в браузер. Не просто редактор, а, как можете видеть, редактор крутых видео. То есть теперь вы в полной мере можете насладиться созданием подобных видео. Если вы не профессиональный художник и очень хотите создавать качественные видео, то Runway для вас создал приложение, которое вы можете легко с пару движений ваших волшебных рук сделать маску, например, для выделенного объекта, либо удалить объект полностью с сцены, что позволяет вам редактировать видео на лету, имея просто под рукой интернет. Runway предлагает вам бесплатную версию до разрешения 720p экспорт видео. При этом все технологии, которые входят внутрь данного проекта, они все бесплатны и не лимитированы, как у многих других компаний. Также у них есть и платные версии. Стартовая версия 15 баксов в месяц. К сожалению, я не знаю, у нас, по-моему, сейчас мы не сможем все это оплатить. Хотелось бы, да, все, возможности такие были бы у нас, но у нас их нет, таких возможностей. Но для нас есть бесплатная версия, плюс 1 гигабайт облачного хранилища, что тоже, кстати, неплохо. Здесь 5 гигабайт, и за 35 баксов вы получаете 100 гигабайт облачного хранилища. Для чего оно? Для того, чтобы хранить ваши проекты, чтобы они туда могли влазить. То есть проект обычно занимает приличное место. И для приличного места желательно, если вы какой-нибудь там графический супердизайнер, конечно, брать 2 терабайта и зарабатывать каждый день вот по такой сумме, создавая крутые видео. Ну, теперь перейдем внутрь редактора. Я так немножко потыкался. Ну вот так примерно выглядит редактор, да, как вы могли обратить внимание. Давайте здесь применим какую-нибудь... нет, маска у нас уже применяется, это нам не надо, не надо, не надо, вот проект. Вот так у меня выделена маска, просто точечками выделяйте то, что вам не нужно, и все у вас прекрасно грузится, работает. Так. Эффект я хотел добавить. Эффект. Сейчас у нас загрузится эффект для нашего. Тарым-парым. Облачко. Так. Давай такой. То есть есть нарезка, да? Вот, например, нужен какой-то фрагмент изменить. Вырезали, изменили. Все, что вам нужно, подставили. Например, мы откроем новый проект. К проектам. Нажмем новый проект. То это у нас гринскрин. Если мы делаем зеленый экран, да, что-то. Либо видеокомпозишн уже готовый, да, у нас. Нажимаем видеокомпозишн. У нас открывается редактор с набором того, что у нас уже как бы было сохранено. То есть мы можем делать наборы гринскринов из видео, из картинок. И размещать у себя в проекте. Далее у нас есть звук,
Звук можно сразу, например, поставить, куда закидываете звук, все, у вас звук теперь в проекте. Теперь пошло дело за картинками. У вас есть бесплатная библиотека с ассетами, да? Нажимаете на нее, здесь можно выбрать демо-ассеты из представленных в папке проектов. Вот я чувака взял, которого удалил у него тень. Вот он, еще чувак есть. Я могу его разместить где-нибудь здесь. Вот. Если я включу. А теперь смотрите, я, например, снял видео, мне не надо, чтобы у меня был задний фон, мне надо сделать наложение. Я захожу, нажимаю на это видео, нажимаю green screen, то есть у меня открывается редактор зеленого экрана, и здесь я могу выделить то, что мне необходимо. Сейчас вот загрузится чувак. Точками я выделяю то, что у меня будет моим зеленым экраном. Так, ну, чувака как бы он автоматом определил, что он отличается от... Видно, да? Вот у нас чувак. Если я включу превью. То есть у меня на протяжении всего видео будет полностью сделан на зеленый экран. Будет автоматическая обрезка. Очень удобная функция. После того, как все сделали, нажимаете Go to Project. И возвращаетесь в свой проект. В своем проекте вы уже имеете готового вращающего баскетбольный мяч чувака под музыку, да, который у нас там есть. Сейчас она обрабатывается. Вот. И вам остается добавить, например, какую-нибудь картинку. Если я уберу какую-нибудь картинку. Картинку, либо видео, либо что-либо еще. Давай вот эту картинку откроем. Загрузка. Вот у меня загрузилась картинка. Сейчас она установится. Я ее перетаскиваю под нашего чувака. Картинки можно растягивать на протяжении того видео, которое вам необходимо, чтобы оно было. И видео единственное, которое обрезано, его нельзя как бы дублировать. Его можно сокращать, но дублировать его можно только при помощи вставок. То есть дубликатов. Отводите куда поставить. Сюда. Давай применим фильтр к нему еще. Какой-нибудь к этому чувачку. Фильтр. Так, что у нас там есть из фильтров? Пенс. Атмосферик. Ну давай атмосферик возьмем. Ну-ка. Вот так вот. Отводите вот сюда, например, и делаете дубликат или Ctrl-D. Отвели. Ctrl-D. Поставили. Ctrl-D. Ставили Ctrl-D. Но обычно так, конечно, не делается. Желательно, чтобы она удлинялась автоматом, но здесь вот такого я не обнаружу. Позволяет создавать рекламные короткие видео, какие-то надписи. И так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня это у нас как бы короткое видео. Я хотел рассказать, что есть такой редактор. Им возможно пользоваться, да. Инструменты, которые предлагаются, это Magic Tools. Единственное, что вот мы с Magic Tools я добавлю еще одну картинку. Давай тут.
не хватает инструмента ведения картинки за, например, ну, типа как анимация делается, пришпилил картинку, делается в Adobe, короче, программах, и она двигается вслед за картинкой. Например, я что-то хочу. Добавить картинка. Где она? Почему мы тебя не видим? Понятно, почему мы тебя не видим. Добавить картинку, да? Примерно так. Есть пока чувак двигается, мне бы не помешал инструмент изменения позиционирования на сцене, но этого инструмента, к сожалению, здесь нету. То есть это надо будет дофига нарезок делать. Потому что то, что я перемещаю, оно само по себе перемещается. То есть где я ее поставил, там она и стоит, картинка. Это один из таких пока что минусов в данной программе, которая для меня непосредственно здесь есть. То есть картинки все статичные. То есть если ты где-то их поставил, то статика абсолютно. Статик абсолютно здесь будет. Ну, после того, как вырастает, да, короткое видео сделаем просто чисто экспериментально. Экспериментальное видео. Так. С картинками, да, проще немножко. Смысл то, что ты поставил, растянул. С видео такого нет. Поэтому цена у них бесплатная на 720p, то есть продукт не так давно появился. Но хотя бы то, что он уже дает нам, какие возможности, в принципе, их хватает. Для создания простых, даже не простых, рекламных видео. Есть темплейт. Здесь можно выбрать заготовки. Рекламные ролики, да, если вы создаете рекламные ролики, какие-то там вставки, обычно любят с текстом, представлением, да, типа визитной карточкой кого-то, чего-то и тому подобное. Так, что у нас там получилось? Все, зависли. Страниц не отвечает. Вот что из минусов, так это то, что она браузерная. Если ошибочку где-то поймает в загрузке долгую, то вам придется ждать определенное время. Но за бесплатность продукта, да, можно и в принципе подождать. А на этом мы будем заканчивать наше коротенькое видео. Просто хотел рассказать, что есть такой runwayml.com, на которую вы можете зайти и сами все попробовать. Я, как говорится, много не распинался об этом. На этом все. Всем спасибо. Не забываем ставить лайки, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик и помним, что у нас каждый раз выходит что-то новое, интересное. И чтобы быть в курсе всего, конечно же, это колокольчик. Жми колокол и будешь в курсе, что у нас на канале. Всем пока.